Вон срам какой. Вот у них забор. Вон какие объемы. Вон санцех. Тут не должно быть никаких самолетов. Жена. Второй ангар. Тут и шины, и все. Бора. И вот так вот прямо. Свалка. Навалена. Даже есть еще выше. Там еще выше. Вот привязка к местности. Там техника работает. И дальше уходит по воде. То есть тут будет по-любому загрязнение подземных вод. Тут ветки накиданы. Непонятно. Вроде что-то едет. Ну давайте мы сейчас увидим, кто там. Если в данный момент сливают сюда и уходят через эти туда. Даже если здесь будет захоронение твердобытовых, твердокоммунальных отходов, то соответственно